Строящаяся дорога будет иметь протяженность почти 1,5 километра. Здесь планируется сделать 3 полосы и возвести как выезд, так и въезд с московского направления. Ее пропускная способность – 64 тысячи автомобилей в сутки. Строительство дороги делится у нас на 3 этапа. Это первый этап, самый большой проблемный, это улица. Это от до начала от улицы Калиновой, заканчивая примыканием и выездом на М4 Дон. Второй этап – это реконструкция Донбасского моста. И третий этап – это реконструкция Донбасской улицы. Несмотря на то, что строительство выезда из новых микрорайонов идет полным ходом, до сих пор существует сомнение, что ее успеют построить к концу года. По мнению местных жителей, когда это произойдет, транспортная проблема в новых микрорайонах будет решена. Как думаете, сильно разгрузит дорогу центр? Конечно, это безусловно разгрузит. На данный момент порядка 2-3 часов добираться – это ужасно. В этом году, говорят, будет до конца года. Я прочитал вроде. Венцел обещал. Ясно. А как думаете, сильно разгрузит центр города? Центр однозначно разгрузит. Я, правда, рано выезжаю, я особо в пробку не попадаю, но хотелось бы, конечно, дорогу. Ну, а как думаете, до конца года успеют? Что говорят? Говорят, успеют. В середине мая начались подготовительные работы, уборка верхних слоев земли, постройка траншей под дорогу. За это время выбрано 80 тысяч кубических метров грунта. Здесь и обнаружились первые проблемы. В связи с тем, что долгие годы сюда вывозили, складировали там свалкой, строительный мусор, то есть натыкаемся. Вот, и попали на пересечение инженерных сетей. Это у нас газ, это у нас напорная канализация, хозяйственно-бытовая, водопровод. То есть произвели как раз-таки сейчас все необходимые мероприятия по усилению, по защите, значит, инженерных сетей, по углублению, вот, и пошли дальше к строительству дороги. Сложный рельеф местности, по которой прокладывается дорога, также является своеобразной головной болью для строителей. Более 400 метров дороги уже практически готовы к укладке асфальта. Но чтобы полнее увидеть, с чем сталкиваются строители, нужно пройти всего несколько метров вперед. И мы увидим огромный овраг. Чтобы его засыпать, требуется 50 тысяч кубометров песка. Это порядка 3000 автомобилей. Добавляет проблемы погода. В низине болотистая почва, и здесь скапливается вода. Соответственно, строителям приходится проводить мероприятия по отводу воды и замещению грунта. Несмотря на все эти трудности, они прикладывают все усилия к тому, чтобы до конца года дорога была построена. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.